Здорово, народ! Сегодня у нас будет сравнение на Watermelon Chill от Элемента, такой еще недостаточно популярной линейки в России, но уже набирающей свои обороты. Ну что я могу сказать, в принципе, все линейки от Элемента это такие монки, поэтому здесь это холодный арбуз. Ну, причем арбуза маловато. У них частично монки, у них идет там несколько аромок смешивается, но у них очень вкусно получается. Ну вот это холодный арбуз, здесь такой кулада с ментольчиком, я бы сказал, и арбуз. Ментольный арбуз. Такой, да. И очень вкусный. Кстати, мне вот этот арбуз, вот этот именно арбуз, который у Элемента, попадался в одной из американских премок. Да. И там он прям такой насыщенный был. Здесь не такой сильно насыщенный. Ну да, здесь больше холода. Да. А холод там он такой настолько был насыщенный, и еще дополнительно там были какие-то травяные вкусы, что мне больше казалось, что эта премка похожа на какую-то микстуру. Ну, да. Здесь. А вот здесь вот все уравновешено и так вкусно очень. Скоро, кстати, обзор будет на всю, да, линейку. На всю линейку. На всю линейку. А все линейки, там же их много. У нас одной только нету. Да, ну, там как-то так, в общем, будет. Ну, а сейчас мы перейдем уже к самозамесу. Ну вот, очень похоже, но все же чуть больше холода, чем даже ментола, я бы сказал, чем в оригинале, и арбуз также где-то там. Ну, арбуз не тот. Ну, по мне, в принципе... Нет, я тебе сразу скажу, арбуз не тот. Ну, может быть, не тот, но прям разница. Вот в рецепте, который, как всегда, мы нашли на просторах сети. Да, сети интернет. Арбуз не тот. Другая ромка совершенно арбуза. Знаешь, ну это не особо влияет, потому что здесь в жидкости, в принципе, и в оригинале, и в замесе превалирует именно холод. Да. Поэтому. В остальном очень вкусный. И даже с этим ароматизатором арбуза тоже вкусно. И очень, да, даже вкусно. Я не могу, опять, как говорится, сравнить этот, поставить там на столько-то процентов похож, не похож. Не похож он. По-моему, похож. Ну, он близкий, но вот одна ромка меняет все. Не знаю, я вот прям такой капитальной разницы не чувствую, я ставлю 80-90. 80-90, да? Это мое имхо. Ну, я как бы ставить не буду процент, я просто скажу, что замес получается очень вкусный. Да, ментоль. Арбуз другой немного. Вот, а остальное ментол, вот это все, оно такое. В основном здесь ментол, она холодная достаточно, поэтому надо это учитывать. Это не легкий. И опять же, да, чувствуется вкус холодного арбуза. Ну да, холодный арбуз вот здесь присутствует. Мы рекомендуем попробовать вам этот замес, особенно тем, кто любит хорошенький крепенький холодок в сочетании вот с арбузом. Поэтому мы с вами сейчас попрощаемся. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Покеда.